На пороге, дороги сидит старуха, а перед ней разбитая корыта. А, вот это я где. Бабушка, здравствуй. Здравствуй, милок. Бабушка, как тут золотую рыбку повидать, а? Ты-то уж в курсе дела. Да вот оно, море-то рядом. Ой-ой-ой. Знаешь, только и ходить не советую. Вот ты послушай, какая со мной беда приключилась. Главное, она еще мне будет рассказывать. Кому-то, что ли, я не читал? Так ведь я-то не ты. Я-то ведь не хочу совсем быть владычицей морской. Я-то с ней быстро договорюсь. Слышь, касатик, милый, это... попросил бы ты у нее корыто, а? Ну вот еще, снова здорово. Сначала тебе корыто, потом тебе подавай стиральную машину. Да, да нет, нет, где уж там. Ну ладно, поговорим.